А еще с этого ракурса. Чего? Твои труселя. Нету! Прости, своим священным кулаком и лунной призмой я сменила полярность в твоем животе и изгнала оттуда всех розовых пони. Да ты шутишь! Хочу, шланах! Зачем тебе эта милашка? Такая хрупкая, крошечная, слабенькая, беспомощная и абсолютно беззащитная! Дверью поеб***ла! Пресвятые яйца! Окно в Европу! Мы еще 5 сестричек, и ты, сука, этим недоволен? Чё за глупость? Ты хоть, сука, догадываешься, сколько мужиков в мире хотели бы быть на твоем месте? Нет, сэмпай. Это наша битва! 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 За***ало! Ну, слушаю ваши заказы. Выколю глаза тому, кто скажет «Икемен». Икемен! 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 Простите, рамен, 3 порции. Если в пустом спортзале закричать «Хуй!», то будет отличное, громкое и приятное эхо. Давайте я с вами! Не надо! Пизда! Нетушки, я тоже хочу на вечеринку, хочу нажраться в хлам! Пусти, сука, бухать хочу! О, Д'Артаньян сама! Тысячи чертей! Ты права во всем, сударыня! Загори оно все газпромовским пламенем! Все сгорело! Че? Таким образом, после 10 литров водки, тут вот мозг человека уже в состоянии автопилота. И человек ничего не помнит, а с утра у него будет дикий похмелье-кун. Если проанализировать предложение сначала, то вообще ни хрена не понятно. Люблю грозу в начале мая, как долбанет и нет сарая. Бомбануло. А теперь обращение президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. О, наконец-то! Алло? Ога! Завалитесь нахуй! Ни хера не слышно! Алло? Сладким. Можно восполнить энергию. А вот и я. Держи сэндвич. А где сладкая булочка? Ну, ввиду некоторых причин ее нет. А это что, настоящие? Это моя новая игрушка. С ее помощью можно бабло печатать. Прямо как настоящие, да? Это статья! Но Канаги не умеет общаться с парнями, так что увидеть ее труселя — это расплюнуть. Нет, это ты, ебнутая на всю голову! Выключу от греха подальше. Да он совсем охерел! Так я ж боженька! Я ведь не знала... Что? Я не знала, что когда кто-то палит твои труселя, это пи***ц как смущает!